Хвастаться вам гюм. Кто не знал, это Ёнджун, кстати. У нас покупачья. Лидию Михайловну. Какое салончество. С приобретением. Пальчики у меня. Маска должна сохнуть 5 минут, поэтому я пока хочу поговорить. Первая новость. Вчера я очистила очень много гигабайтов своей памяти. Это очень важная новость, конечно же, но я очень удивлена этому. Во-вторых, я очень надеюсь, что у нас будет дистанционка. Я понимаю, что ее не будет. Я понимаю, но у моей подруги в институте дистанционка. Поэтому у меня есть хоть как вот такая вот надежда, но есть, что у нас будет дистанционка. Там чипсы стоят. А еще мне там надо будет учить английский. Если что, я всю свою жизнь в школе учила немецкий. Я вообще не знаю из английского ничего, мне кажется. Но я его понимаю. То есть, когда что-то кто-то говорит на английском, какие-то мемы на английском, я их понимаю прекрасно. Я переводила своей подруге интервью, но я не могу говорить на английском. Sorry. Маска на самом деле крутая. Я разговариваю уже почти 5 минут, она еще не высохла. Что рассказать? Единственное, из-за чего я жду 1 сентября, это... Угадайте, обнова в Геншине. Это просто влог начинался за здравие, закончился за упокой, потому что Лера решила поговорить. Мне кажется, на этом моменте, когда я открыла свой рот, люди просто такие... Закрываем влог. Пьет говняный кофе, кстати. Потратила 200 рублей, кофе надо поснимать, конечно, такое говняное. Надо... Можно вылить. Да, можно поснимать и вылить, я бы реально так сделала. В общем, я уже сидела, монтировала это видео и заметила, что я не сняла никакой конец. Я подумала, что нету ничего лучше, чем снять конец видео на кровати. Это очень грустно, но если бы все время... Все, я не буду это начинать. В общем, всем удачи. Мы обязательно сможем. Я реально в нас верю, в нас всех. Особенно в тех, кто идет в новое учебное заведение, либо уже работать. Просто огромной вам удачи. Подписывайтесь на мой инстаграм и тикток.